Показал кадр о том, как переезжают массово жители Херсона к нам в Анапу. Вы можете увидеть, насколько большое оживление на Пионерском проспекте. Туда дальше там пооткрывались магазины, все начинает работать. В комментариях спрашивают там про терроризм и все остальное. Хочу сказать, что надлежащим уровнем устроена тут у нас безопасность. По всему Пионерскому проспекту добавлены сотрудники полиции, казачества. То есть, в принципе, я думаю, что люди чувствуют себя хорошо. Или вы писали о чем-то другом. То есть я, допустим, наоборот, рад, что люди переезжают в те места, где еще у нас мирное небо. Надеюсь, что это останется навсегда так. И дай бог, чтобы тишина и спокойствие было. Здесь приехал Сбербанк. Людям прямо на месте возле пансионата, в которых они проживают, выдают Сберкарты. И решают как бы вопрос с помощью, удовольствием, совсем сразу. То есть им даже никуда ехать не надо, помогают оформлять документы, говорят, что встречают очень радушно. И еще раз говорю, допустим, я со своей стороны не переживаю по поводу того, что может произойти, потому что мы будем думать о лучшем и верить в самые хорошие моменты. Вот вам сотрудники полиции, казачества и количество людей, которые приехали к нам. Это Фея 3, дай бог им всем ребятам хорошей жизни.